В Ленинском городском округе сотрудники полиции привлекли к административной ответственности правонарушителя, который самовольно закрасил дорожную разметку, а именно двойную сплошную линию. В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как гражданин закрашивает разметку дорожного полотна в поселке Дрожино Ленинского городского округа. В результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции правонарушитель установлен. Им оказался местный житель 1996 года рождения. Я заметил, что машина заезжает, чтобы им было удобно, потому что до этого я наблюдал долгое время. Некоторые водители было неудобно заезжать для их удобства. В отношении мужчины сотрудниками госавтоинспекции составлен административный протокол по статье 12.33 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, повреждения дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.